парусная регата пройдет в Петропавловске в День рыбака. Соревнования развернутся в Авачинской бухте. Морское состязание организуют городские власти совместно с Камчатской федерацией парусного спорта. В регате примут участие все классы крейсерских яхт и швертботов. Для каждого вида парусных судов будет проведено по одной гонке, дистанция которой составит около 20 миль. Лучших спортсменов отметят кубками и медалями.